его, блин, включить? Вот так, да. На кнопку нажми, все. А что ты делаешь, Давид? Включился. Не, расскажи вообще. Попался, да? Не, ну расскажи, что ты делаешь. Ну на камеру расскажи, покажем папе. Какой ты у нас кулинар. Мама будет рада посмотреть. Давид, ну расскажи, что вот это ты сделал. Для кого ты делаешь это? Для меня и Саши. О, молодец. Для себя и дяди, да? И что мы будем ужинать с тобой? Мивину? Нудлс или как ты говоришь? Нудлс. Нудлс, да? Это так у вас Нидерланд называется, да? А котика будешь кормить? А туда ему положим еды? Давай. Его тарелки. А ну, покорми котика. Где его еда? Вот там, видишь, пакетик стоит на тумбе. Пакетик. Пакетик. А где пакетик с кошачьим кормом? Вон он, желтенький, видишь? Да. А ну, сейчас будем кормить кота. Зови его. Не-не-не, покажи и зови. Покажи, что ты ему насыпаешь и зови кота. О, кот такое любит. А ну, смотри, как тебя кот рукой поблагодарил. Вот это ты даешь. И меня накормишь, и сам поедешь, и кота накормил. Красавчик. А ну, пятишечку давай. Опа, не, хлопни. Опа, красава. Красава, пацан. Носи не ковыряйся. А что? Ничего. Я ж на видео записываю тебя. Не знаю. Ну, будет видно, как ты козюльки вытаскиваешь. А когда ты это сделал? Кого? Видео? Кто ты это сделал? Видео? Нет. Ладно, заливай водой теперь горячей. Нужно снять, да? Не-не-не, не надо открывать. Просто подымай чайник и все. И лей воду. И тарелку. Наливай, да? Да, потихоньку лей, не сильно. Будем кушать нудлс. Так я не пойму, кем ты хочешь быть, байкером или кулинаром? Я тоже не знаю. Ты еще не определился? Или просто будешь боксером, чемпионом? Дэвид. Передавай папе, маме привет. Привет. А что ты по-русски? А ну, по-голландски скажи. Нет. Как у вас там? Зихайль? Или как будет по... Зихайль, да? Нет. А как? Hello. Как? Hello. Так ты так скажешь, чтоб я запомнил, услышал. Нет. А что ты стесняешься меня? Там ничего нет, что ты ищешь? Я ищу вилки. Тарелки, чтобы накрыть? Больших ложек. А, ложки это вот, за кофе, видишь? За... Там, это, там очень маленькие ложки. А вот ложки, мама помыла. Вот ложки здесь. Лежат. Нормальные ложки. Вот, и котик кушает. Такие же хорошие, нет? Ну вот эти, они чистые, бери. Будем ими кушать. Сейчас за этот заварится. Будем это кушать. Пусть. Благодарю тебя за пищу, которую ты нам приготовил. На первый раз пойдет. А там будем что-то уже учиться еще новое готовить, да? Да. Приехал в гости и готовишь еду. Вот так вот.